Ах, Анюта, как я тебя люблю. Я тоже тебя люблю, Женечка. Thank you.
Рерих, знаменитый русский художник. Он закончил Академию художеств, защитил диплом. Ему хотели большое будущее. Он очень много картин нарисовал. У него был цикл картин «Земля русская». То есть был процветающий русский художник. Ну, как и многих, судьбу его изменила революция. То есть они с супругой уехали за границу. Сначала они уехали в Англию, а потом уже оттуда, поскольку художник увлекался всегда восточной культурой, они перебрались в Индию, где и прожили практически всю свою оставшуюся жизнь. Оба сына Рерихов сегодня тоже живут в Индии. Они, кстати, один из них точно художник. Алло? Здравствуйте, а можно Ане к телефону? А, к сожалению, нельзя. Анна попала в дорожно-транспортное происшествие, она погибла. Примите мои соболезнования. Что? И стихи шепотом, и грехи с опытом, все придет вовремя из огня в полымя. И луна спрячется, и во сне сплачется, ведь земля крутится, что должно сбудется. Мальчик не похожий на меня, вырастет такой же, как и я. В том мире, где добро и зло. Сестра с братьями и рука матери, будет все заново
странного. Будет ночь, будет сон, и пускай верит он, все пути млечные, все любви вечные. Мальчик не похожий на меня, вырастет такой же, как и я. В том мире, где добро и зло. Тайну конца, принесшего плохую весть. Его казнили. Вот мы и тебя казним.
Сотрудники отряда «Кобра» работают и днем, и ночью. Они отвечают за нашу безопасность. В главных ролях Рене Штайнке. И Эрдоган Аталай. Спецотряд «Кобра». Центральный, вышлите подкрепление. Едем к Большому каньону. Здорово! Ну что, не ждал меня увидеть? Да? Думаешь, украл у меня деньги, и это тебе с рук сойдет?
Это еще никому с рук не сходило. Никому. Это мобильному твоему спасибо. Без него я тебя бы сроду бы не нашел. И брось пистолет. Ты сначала его держать научись. А теперь послушай сюда. Деньги твои в надежном месте. Тебе их не дать, как своих ушей. Ах ты падла, ну все, тебе конец. А деньги я сам отыщу. Надо же, все время работал, а тут сломался. Ну, я тогда пойду. Стоять! Что-то у меня сегодня совсем неудачный день. Сдать меня решил? А может, не надо? Надо, Федя, надо. Я не Федя, я Тимур. Все равно надо. Алло, милиция. Привет, мам. Привет, сынок. Вот я и вернулась домой. Угостил на даче подружки. Еще вчера я мог погибнуть под колесами этого поезда или умереть от пули этого бандита. Но нет, я остался живых. Просто мне, наверное, еще рано умирать. А значит, мне суждено жить. Да, сынок, ты прав. Жить надо, несмотря ни на что.